Всем привет, друзья! С вами Slim Cybernek, и сегодня мы продолжаем выполнять личные боевые задачи на объект 260. На этот раз это будет ЛТ номер 2, которая называется разведка. Нам необходимо будет сегодня засветить минимум 8 танков противника, также выжить в бою, и дополнительно нам необходимо будет добыть победу в этом бою. В целом, боевая задача достаточно несложная, как раз в этом бою все карты нам в руки, мы попали на огненную дугу, открытая просторная карта, плюс закинула нас к 8 уровням, у противника очень много тяжей, которых обнаружить ну просто милое дело, и сразу в начале боя мы едем вот сюда на центр и засвечиваем 6 противников. Те ребята, которые поехали на центр, те, которые поехали на гору на ЖД переезде, мы без проблем вот сразу рванув с места сюда без проблем обнаружим. Выйдя из засвета, едем на аллею, дабы засветить еще как минимум 2 противников. И это нам получается. Кстати, засвечиваем вражескую ЛТшку, которая, в принципе, как мы видим, попыталась стать волшебный кустик на аллее на Прохоровке. Она же огненная духа. Благодаря, вот, можно так сказать, пассивному свету, стоя в этом кусте полбоя, можно успешно слить целое вражеское стадо противников, которое может застопориться вот на аллее. Вот, засветив эту ЛТшку, ее союзники без проблем уничтожили, и мы, можно так сказать, сделали милое дело. Но самое главное, мы обнаружили уже 8 машин противника, вот, и, соответственно, теперь нам надо заниматься чем? Да, ребята, нам надо выжить, ну и постараться какую-то пользу приносить, да, в этом бою, вот, чтобы он завершился, можно так сказать, в нашу пользу, чтобы мы выиграли и, соответственно, боевую задачу мы выполнили с отличием. Но хочу сказать, что бой в целом получился для меня не особо интересным. Вот, дело в том, что я сейчас сделаю такую, можно так сказать, роковую для себя ошибку, не очень аккуратно я вылезу, вот, и получу такую неприятную плюху с критом двигла. Вот, использовал ремкомплект, оставшись без ремки, вот, и раздамажен наполовину, вот, я просто-напросто сейчас перестану, можно так сказать, особо играть, буду больше в пассиве, вот, там, периодически что-то там вылазя, вот, при этом даже не пытаясь настреливать, вот, я сосредоточил свои усилия, можно так сказать, на, в первую очередь, выполнении, вот, личной боевой задачи. Хотелось бы ее все-таки с первого раза выполнить. Поэтому, как бы, вы уж тут не обессудьте. Но, тем не менее, нам есть о чем поговорить. Хотелось бы, вот, поговорить о боевых задачах. Вот, хотелось бы поговорить об игре на легких танках. Вот, в целом, я благодарен Wargaming, что вот именно в этой боевой задаче они сразу же привязали вот такое условие, вот, выжить в бою. Потому что, если бы этого не было, все бы мы, наверное, знали, как в рандоме бы выполнялась эта ЛБЗ. Сразу со старта боя кнопка W, едем вперед на вражескую базу, засвечиваем всю команду, вот, уходим в ангар на первой же минуте, все, боевая задача выполнена, а вы играйте как хотите. А вот Wargaming сделали дополнительное, да, то есть задание, засветить 8 противников, вот, и выжить в бою. И теперь, дружище, старайся. Это, можно так сказать, правильно. Учитывая тот факт, что вот в рандоме очень часто встречаются игроки на легком на легких танках, вот, ребята их берут и в целом просто я не знаю, что они с ними делают. То есть некоторые люди малейшего представления даже не имеют, что надо делать на легком танке, то есть они ПТ-шат, они там где-то стоят за тяжами, за это что-то пытаются настреливать, то есть и так далее. Это дико напрягает, особенно когда какая-нибудь стояловская карта, когда никто не хочет на кого ехать, вот, и противники, точнее союзники там с малым обзором просто-напросто страдают от вражеских светляков, которые наоборот подсвечивают, вот, играют на команду, и, соответственно, вот, вот такая вот медленная смерть от вражеских ЛТ, она дико накаляет, когда в твоей же команде есть тоже ЛТ, вот, и они просто отрутся там где-то вот, или прячутся за спинами тяжей, вот, непонятно, что делают. Надо понимать, друзья, то, что легкие танки, это танки с хорошей скоростью, отличной подвижностью, то есть вам не составит труда, вот, быстро проехать вперед, назад, занять какую-то ключевую позицию. Легкие танки у нас с хорошим обзором. Плюс у них есть бонус к маскировке, и учитывая тот факт, что не всегда легкие танки это хорошие дамагеры, вот, в первую очередь надо ориентироваться на свет, на игру для команды. Смотрите, где стоят ваши союзники,
Предполагайте, немножечко знайте карты, вот, предполагайте, куда поедет противник, и пытайтесь вот их как-то подсветить, и при этом, чтобы у вас была возможность уйти. То есть не надо быть одноразовым светом. Подсветили, ушли как-то в укрытие. Вот иногда очень эффективно играть в пассивный свет, когда вы становитесь в кусту и просто не двигаетесь. И самое главное, в пассивном свете вы не стреляете. Вот и просто играете на команду. Вот как бы так вот стараться приблизительно как-то играть на легких танках. Но, как правило, вот очень часто еще встречается вот этот одноразовый свет. То есть легкий танк быстро ездит, никого не пробивает, да, вот ничего не это, зачем на нем париться, вот хочется прокачаться дальше быстрее, вот кнопку W зажал и поехал к противнику на базу. Так действительно точно делать не стоит, потому что вы по сути практически играете бесполезно. Дело в том, что засветив на ихней базе, на ихнем респе противника, из союзников, кроме артиллерии, наверное, туда больше и, скорее всего, и никто не сможет стрельнуть. Потому что тяжелые танки ПТСАУ, они как бы не имеют такой подвижности, и они еще где-то там, только на базе, разъезжаются по своим позициям. И то, что вы засветили противника на их базе, по ним, кроме артиллерии, даже никто не стреляет. Соответственно, вы за это получаете горстки, вот пригоршню опыта, и как бы прокачка у вас будет достаточно длительная. Так что, друзья, старайтесь вот как-то вот играть в первую очередь на легких танках на команду, подсвечивайте, вот выцепляйте какие-то одиночные заблудившиеся цели, вот старайтесь их убить, там, если сам не можете, то с помощью там союзников, вот как-то так старайтесь, вот пытайтесь, я думаю, у вас все получится. Наш бой уже подходит к концу, у противника осталось всего лишь 3 танка, вот, но остались ПТшки, которые вот стоят по кустам, вот и Сушка, и Су-152, и учитывая тот факт, что я для них ваншотный, я тут сюда залез в эту жопу, можно так сказать, даже не пытаюсь их по сути подсветить, вот, потому что ПТ в кустах — это действительно грозная сила, она все равно, скорее всего, увидит меня раньше, вот, и вот, скорее всего, отправит меня в ангар, поэтому я вижу, что наш тяжик вот по аллеям пробирается, и ПТ он, скорее всего, сам сейчас и засветит. В целом так и получилось. Су-152 отправлен в ангар, и вот и осталась и Сушка, которая там вот на месте артиллерии. Вот у противника дефица. Вот СА-44 тоже особых проблем, как видите, там друзья наши не испытывали. Вот и в целом осталось выкурить СУ-152, который у меня получится еще самому, можно так сказать, уничтожить. В целом боевая задача выполнена. Давайте подведем такие некие итоги. Вот в этом бою, кстати, засветил я 9 противников. И это, соответственно, медаль разведчика. Боевая задача выполнена с отличием. Вот, вот такой вот бой. На этом не все, друзья. С вами был Слим Сабернейк. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комменты. ВКонтакте добавляйтесь в друзья, в группу. Пишите, буду рад пообщаться. Всем удачи в боях и пока.